мы умеем это делать, и подробно изучить вот эти наиболее важные процессы с помощью теоретических, вот квантово-химических расчетов. Буквально квантовая химия рассчитывает механизмы конкретных реакций. Вот такой радикал столкнулся с такой молекулой, после столкновения произошел такой процесс, и в результате получились вот такие продукты. То есть именно вот это мы и рассчитываем. Мы делаем, с одной стороны, фундаментальную науку, но наши данные очень быстро становятся востребованными исследователями, инженерами, которые занимаются разработкой новых камер сгорания, новых узлов. Для любого типа двигателей, до того, как реально делать эти камеры, на стадии проектирования можно разрабатывать и планировать, как там пойдут процессы на основе наших данных. И, следовательно, задавать выходные параметры, которые требуются, и пытаться создать камеры сгорания под эти выходные параметры. Ну, я имею в виду именно эффективность, КПД, минимизированный выброс вредных веществ. Будем находить режимы, когда идет эффективное сгорание, во-первых, то есть таким языком простым это увеличить КПД камер сгорания. Вся наша работа направлена на то, чтобы тем или иным способом сделать двигатель, ну, или любую установку, которая горит. Это может быть и печь, это может быть и двигатель внутреннего сгорания, и газотурбинный двигатель. Все, где горит, где связан процесс горения, вот как можно экологичнее сделать. Для того, чтобы продать теперь какой-то двигатель, он должен соответствовать каким-то стандартам. Вы слышали, наверное, евростандарт, экостандарты на Суперджет. Да? Там же установлены такие двигатели, которые удовлетворяют до 2018 года. А после 2018 они уже заявили новые требования. А у нас нет такого двигателя в России. Вот такие расчеты, хоть как бы это называется квантовой химией, то есть как бы мы делаем химическую науку, но здесь требуется очень хорошее знание математики и физики. И в России традиционно студенты были хорошо подготовлены в области математики и физики. Нам удалось создать группу, которая, ну, я думаю, сейчас она является сильнейшей по составу и по экспериментальному оборудованию. Мы можем покупать самое современное оборудование и сделать эту установку на самом высоком уровне, доступном сейчас. То есть эта установка, я надеюсь, будет самой лучшей в мире. Если вы просто будете пробовать, вы можете успеха не добиться. Надо в этом случае опять добраться до элементарных процессов, как там взаимодействуют атомы, молекулы между собой. То есть это вот фундаментальная часть. Мы работаем далеко на перспективу. Ну, фундаментальная наука, она всегда такая. Мы надеемся, что выход на инженерную перспективу будет в течение 5-10 лет. Но бывают открытия, которые приводят к очень быстрому инженерному прогрессу. Бывает, что лежит невостребованным несколько десятилетий, а потом происходит большой прогресс.